низкая бы популярность, потому что сейчас намного покруче трансивера. Вот, только из-за этого она как бы дешево. Так она в других местах по 25, например. Да я не знаю, вот я ж так, я сам не крутил его. На фотографиях только видел, что вроде там, ну как, нормальное управление, то есть там громкость, там виды модуляции, частота ПЧ, как бы усиление ПЧ, там вроде как у обычного трансивера, ну типа как iCom 718. Вот, ну это надо искать, фотографии смотреть, например.